два, три. Всем привет, с вами Анна Тойс и Злата Тичин. И сегодня мы вдвоем будем снимать челлендж «Пол это лава». Ну, давайте начнем. Пол это лава! Раз, два, три, нужно считать еще. И нужно закрыть. Ты я должна говорить все время? Ну все, пол не лава, значит. На раз, два, три, смотри. Ты говоришь, пол это лава? Да, пока что. А давайте заново вообще. Скажем привет, все. Заново, опять. Нет. Я уже. Всем привет, с вами Анна Тойс и Злата Тичин. И сегодня мы вдвоем будем снимать челлендж пол это лава. Ну, давайте начнем. Пол это лава, раз, два, три. Так, Аня тут, Злата тут. Ну все, пол расколдовался. Пол это лава, раз, два, три. И, кстати, я забыла сказать, что вот в ссылке в описании будет Златин канал. Поддержите ее подпиской, потому что у него мало подписчиков и лайков. Ну, еще раз начинаем. Что-то странно. Море волнуется раз. А мы, кстати, еще решили изменить правила. Мы будем играть «Море волнуется вас». Раз. И неожиданно оператор будет говорить «Пол это лава», и мы будем звать на разные стулья или на разные места. Ну, места, короче, да. Ну, вот здесь. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, фигура моллюски на месте замри. Как моллюска делать? Что моллюска? А пол это лава! А раз, два, три, забыли. Раз, два, три. Давайте, море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, фигура цапли на месте замри. Пол это лава! Раз, два, три. Мамочка, море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, фигура лягушки на месте замри. Пол это лава, раз, два, три. Давайте, может быть, будем на разные места залазить, потому что я тоже так думаю, да. На одни скучно залазить. Давай, а может... Не, ну,